замечательно, но что в игре? А в игре сейчас как раз 29-й, Макс мячом. Попытка сыграть. Вильям Оливейра, один из ассистентов Сергея Симака, поднимает Луи Шинету и отправляет его в разминочную зону. Это к вопросу о составе. Пока полное территориальное превосходство «Зенита». Все подборы. Дриуси. Камерун, 29-й. Иванченко отдал мяч назад. Третий номер — это Игорь Куданый. Понсе. Наверное, Понсе правильно. Андрес Понсе. Он из Венесуэлы. Вот такая статистика как раз перед подачей главы. 6-6 мячей с упорской главы пропустил Анжи. Хорошая подача.
до левого фланга. Все-таки пошире Бутовы. Сегодня передача-то. Подхода в штрафной, уже в штрафной даже бывали случаи. Глянь, получали зенитовцы. На 3000 больше, чем на игре с Оренбургом, кстати говоря. Ну, кстати, 40 с чем-то тысяч. Это последний покажи вратарь Дюбин. Ногой отбил мяч. Мяч летел в дальний нижний угол. Асмунд пробивал. Он еще и скромный очень, как Сергей сказал, что обычно мяч можно на матче, когда Динамо... отдал своему. Пока Дзюба настроен на игру, даже при счете 2-0 в пользу «Зенита», при полном преимуществе своей команды. Сейчас Пауэлл также, и Дзюба был очень недоволен тем, что мяч не у «Зенита». Но 0-2 – это вообще-то счет скользкий, как ни странно. Еще времени играть много, 67 минута. Ну да, ЦСКА может наполняет команда России. Теперь Краснодар наполняет. Школа Краснодара. Сейчас Вильям Оливейро.